Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Зевса. Для начала не забудьте поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. Хочу говорить в этом видео про будущее обновление, которое будет. Хочу поговорить про новый пулемет и вам показать, и на самом деле, как ведет себя пулемет. Почему? Да потому что этот пулемет, пацаны, я его даже не как вам сказать, не зашел мне пулемет, вообще пулемет ни о чем, я так считаю, даже с характеристиками, которые добавили на ПТС. Кстати, напишите, кто использует новый пулемет, который уже на основе на ПТС есть, напишите в комментарии, это очень важно. Хочу сказать, что мне пулемет вообще не зашел. Почему? Да потому что даже его фиксили, но этот пулемет идет очень сильно вверх. Поэтому в данный момент я вам на видео показываю, или показываю в данный момент на видео. Поэтому, в принципе, пулемет ни о чем. Скажу по правде, ни о чем просто пулемет. Когда ты его пытаешься контролировать, пулемет идет очень сильно вверх. Кстати, будем говорить сегодня и про СТК. То же самое происходит с СТК. Очень сильно вверх идет пулемет, даже с контролем. Можешь поставить моды, можешь без модов, но этот новый пулемет вообще ни о чем, потому что прицел как более-менее пойдет, но все остальное, что он нестабильный просто. Ты стреляешь, а он идет прямо вверх, без остановки. Если стреляешь, идет вверх, и ты не можешь контролировать его. Вот это самая большая проблема этого пулемета, который я в данный момент вам показываю. Просто ни о чем пулемет. Можете написать, кто там, у кого там. Кстати, сейчас я вам покажу СТК. С СТК то же самое проблема. Пацаны, скажу по правде, даже СТК сломали, потому что, в принципе, СТК, как он был, я не понимаю, какого хуя просто я трачу, блядь, ресурсы на СТК, просто собираю ресурсы, шестеренки, а мне просто потом берут его и режут, фиксят, понимаете? Как некоторые говорят, будет фикс и будет легче играть. Значит, кто-то должен хорошо играть, а кто-то должен, знаете, тратить свои шестеренки, просто улучшать пушки и просто сосать. Так получается. Поэтому СТК тоже они в данный момент сломали очень сильно. Вообще сломали, потому что с СТК тоже проблемы. Даже если поставите моды нормальные, пацаны, тоже с СТК проблем. Почему? Да потому что его он болтается как новый пулемет. То вправо, то влево. Вообще идет вверх. Прямо так вот. Прямо вверх идет. Ты не можешь даже контролировать его. Как вам объяснить? Ты будешь контролировать, я не знаю, как люди будут привыкать. Кстати, посмотрим на основу, как получится с ним играть, но это будет жесть. Просто будет жесть. Люди будут очень сильно бомбить, потому что СТК. Кстати, да, я слышал, что будет, как они сказали, фиксанут. Посмотрим, может, на самом деле, как сказал человек, как мне в комментарии написал, это на основу не будет. Посмотрим. Дай бог, это на основу не будет. Но если будет таким образом, это просто... Кстати, отвечу на комментарий, который мне человек недавно написал насчет Фазума. Говорит, просто ты не поставил мод на Фазум, поэтому там Фазума нету. А с какого года играешь, братан? Я с самого начала в Warface играю. И когда-то без модов был очень хороший Фазум. Просто сейчас можно поставить какие-то моды, и Фазум будет. А сейчас Фазума без модов нету. Просто я об этом говорю. Так что где-то так. Давайте посмотрим на анимацию уже другую. Так, насчет флешки, пацаны, сказали разработчики, что флешку тоже урезали. Да, мне тоже это было интересно. Посмотрел на ПТС, потестировал, все посмотрел. Даже без модов, на самом деле без модов. Что, конечно, там с модами будет улучшение и будет все это дело. Конечно, я проверил без модов, пацаны. Никакой разницы не почувствовал с флешкой.
Ну, есть одна проблема, что когда ты без модов кидаешь, она как-то долго кидается. Вот эта проблема. Флешки, конечно. Но, в принципе, напишите в комментарии, что вы думаете про это, пацаны. Это тоже важно, поэтому можете в комментарии написать. Пацаны, еще раз прошу, поставьте лайк, пожалуйста. Напишите комментарий, если видео было интересно. И подпишитесь на канал. Жду вас на канале. В принципе, у меня с Ютубом нет проблем, но... просто в другой стране живу. Пацаны, напишите на самом деле, как вам насчет флешки, потому что сказали, что урезали флешку там. Сейчас, в данный момент, посмотрим, как на самом деле граната работает и как газ работает, потому что сказали, что газ и граната тоже фиксуют. Поэтому давайте переходим и посмотрим гранату и газовую гранату, и обычную гранату, липучку. Поехали. Да, посмотрим газовую гранату или пушки, пацаны. На самом деле, скажу по правде, никакой разницы вообще не видел, пацаны. Ну, реально, никакой разницы не видел, что там... Кстати, конечно, я не по ботам пробовал все это, просто так тестировал на полигоне. Найдется, я думаю, кто-нибудь и скажет, а что ты не проверил по ботам? Да и так с монтажем мучился, пацаны, с вебкой вот добавил. Это не так просто делается, поэтому обязательно комментарий и лайк, пацаны. Поэтому скажу по правде, гранату, липучку, флешку, вот это, как вам объяснить? Все я тестирую на полигоне. Я не тестировал еще открыто так по ботам. Но если кто-то хочет, чтобы я тестировал так по ботам, ну, в принципе, напишите в комментарии. Пацаны, кстати, там под видео будет ссылка на мой Twitch-канал. В принципе, стрима не будет, потому что у меня со спиной проблемы, пацаны. Поэтому, кто не может смотреть стримы, когда будет стримы, я просто говорю, когда будет стрим, под видео там будет ссылка на Twitch. Кто не может смотреть с YouTube, может переходить. Под стримом на YouTube будет ссылочка, может переходить на Twitch, когда будет стрим, можете посмотреть стрим. Граната, флешка и дымовая газовая граната, я разницу вообще, пацаны, не вижу никакой. Никакой разницы не вижу. Вообще никакой разницы. Поэтому пофиксили они ее, не пофиксили. Вообще разницы никакой не чувствую. Кстати, да, она на ПТС у меня была без модов. Будем тестировать ее, конечно, на основу, конечно, с модом. И, кстати, осталось еще сколько там, 3 или 4 дня. Да, походу 3 или 4 дня осталось, вот заканчивается событие, которое у нас есть на основе. Мне осталось там ЮБЗшку взять, но у меня и так ЮБЗшка есть, но 5 карточек осталось собирать, и я ЮБЗшку сегодня заберу. Стрима не будет, со спиной еще раз болею просто, со спиной проблемы, поэтому никакого стрима не будет, потому что на стриме надо сидеть очень много. Поэтому я решил просто для вас просто хороший контент сделать, и напишите, как вам граната газовая. Можете зайти на ПТС и протестировать, если вы не верите мне, как работает, поставить моды, все потестируйте, заходите, тестируйте, ничего страшного, можете зайти, чтобы потом не сказали, что я какой-то бред несу, вот реально, потому что бывают такие, что пишут просто, ну, это понятно, что люди просто иногда пытаются что-то говорить, чтобы... исправил. Ну, конечно, спасибо большое, тоже это помогает, это значит, что вы смотрите, спасибо большое. Но есть некоторые, которые вообще не знают, как контент создавать, но потом начинает какую-то бредить нести, а есть, которые реально просто советы дают и реально помогает. Я стараюсь контент сделать нормально. Так что всем пока, с вами был Зев, всем удачи, пацаны, всем пока.